Доброго времени суток, пользователи YouTube, уважаемые подписчики и все те, кто зашел на мой канал посмотреть очередное видео. Сегодня речь пойдет о программе на Android для изучения английского языка, а точнее фразовых глаголов. Как вы знаете или не знаете, фразовые глаголы очень важны в английском языке и очень сложны в изучении. Но нам поможет программа. Сейчас о ней пойдет речь. Смотрим. Вот. Открываем саму программу. Называется она у нас фразовые глаголы машин. Вот. Ссылка на программу будет, как обычно, под видео. Сейчас вкратце покажу, что представляет сама программа. Заходим в настройки, settings. Здесь вот мы видим разные языки, есть русский. Выбираем русский. Можно звук отключить, включить. Музыку включить, можно отключить. Все, нажимаем ОК. Возвращаемся домой. Все, нажимаем верхнюю вкладку для работы. Видим, у нас диалоговое окно. Нажимаем Open. Все, тут у нас больше 100 фразовых глаголов. Колесико, как видите, покрутим пальцем. Stand out, например, да. Нажимаем кнопочку и смотрим. У нас такой мультфильмчик небольшой. Что этот глагол значит. Вот. Можно посмотреть. Выделяться. Соответственно, идет текст на английском языке и описание. Выбираем следующий глагол. Switch on, например. Нажимаем опять кнопочку обновления. И смотрим. Вот. Также есть тут описание, перевод. He switched on the disabled lamp. Он включил лампу в кровати. Disabled lamp. Угу. Вот так идет изучение, соответственно, глаголов. Выбираем, смотрим. Можно еще раз на экран нажать, повториться, если непонятно. Открываем. Выбросить. When are you going to throw away those old magazines? Когда ты выбросишь все эти старые журналы? Все, возвращаемся домой. Home кнопочкой. Также, когда вы выучите, есть проверочка. Среднюю вкладочку нажимаем. И все. Дается опять нам мультик небольшой. Если вы выучили, выбираем слово и проверяем. Все правильно. Если неправильно, следующее. Сейчас покажу, если будет неправильно глагол, то попросит он вас повторить. Все, возвращаемся. Вот такое приложение интересное для изучения фразовых глаголов. Пользуйтесь. Всем спасибо за внимание. До свидания.